Экономика, бизнес, финансы. Программа «Экономика». У микрофона Ольга Близина. Здравствуйте. В Минфине считают, что кировская экономика оздоравливается. Об этом ведомству говорят цифры по собственным доходам Кировской области. На октябрьском заседании УЗС будут приниматься поправки в бюджет, увеличивающие цифры по налоговым и неналоговым доходам на 2,5 миллиарда рублей. Это говорит об оздоровлении региональной экономики, отмечает министр финансов Кировской области Лариса Маковеева. По сравнению с 2020 годом объем собственных доходов вырос на 33%, а если сравнивать с докризисом 19-м, то на 20. Выросли отчисления по НДФЛ, по налогу на прибыль организации и специальным налоговым режимом. В этом году общий объем доходов областного бюджета превысит 77 миллиардов рублей. Такого показателя Кировская область достигнет впервые, говорит Маковеева. Программа «Экономика». Тем временем бюджет заработал на отмене налога на вмененный доход. Годовой прогноз по специальным налоговым режимам в Кировской области увеличивается почти на 150 миллионов рублей. Это прописано в поправках в бюджет 2021 года. Так, на 100 миллионов увеличен прогноз по ОСН, по налогу на профессиональный доход на 36 миллионов, что обусловлено ростом доходности бизнеса. По результатам декларирования за 2020 год налоговая база по ОСН выросла на 10%. И увеличением количества налогоплательщиков в связи с отменой с этого года системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход, говорят областные финансисты. Экономика на 101 FM. Налоговые органы приостанавливают прием граждан. Это связано с введением нерабочих дней. С 1 по 3 ноября будет приостановлен личный прием и обслуживание налогоплательщиков. Получить услуги налоговых органов в любое время можно с помощью онлайн-сервисов сайта налог.gov.ru. Бумажную корреспонденцию можно оставить в специальном боксе при входе. Ответы на все интересующие вопросы можно получить в едином контакт-центре по телефону 8 800 72. Экономика. В завершение о валютах на сегодня. Официальный доллар 70 рублей 86 копеек, курс евро 82,50. Ольга Близина, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101 FM.